Лекция на тему цели мануала. Мануал — это документ, который предоставляет информацию, необходимую сотруднику департамента для исполнения его обязанностей. Мануал описывает регламент действий при различных ситуациях, структуры должностей и знаний, цели и ценности департамента, а также его организации. Основная цель мануала — это представление необходимой информации, которая нужна для работы в департаменте. Чтобы достичь наиболее высокой результативности работы, в мануале собрана вся информация о департаменте. Использовать мануал для получения информации может только сотрудник департамента. Передача, копирование и распространение информации из данного мануала запрещены. Мануал является собственностью департамента полиции штатов. Вопросы есть? Нет. Тебе и не надо задавать, у тебя и ты прослушал. Я к Бруксу и к Самуэлю обращаюсь. Вопросы есть? Нет вопросов. Какой Брукс? Брекс. Этот мануал можно распространять? Нет. Нет. Отлично. Лекция на этом окончена.